Здравствуйте, дорогие друзья. Псалом 133. Известные слова, как хорошо и приятно сидеть братьям вместе. Написано в толковании к этому псалму, что Бог всегда присоединяется к каждой группе людей, каждой общине, в которой царят мир и любовь. Это самое главное. Что написано про этот псалом? Для пробуждения дружбы и любви среди друзей. То есть читается псалом именно для этого. Шемуш Тегилим, Кадмон, самая старая книга, которую мы знаем, она пишет то же самое. Особый псалом для укрепления дружбы. То есть, когда ты хочешь укрепить дружбу, или за детей, когда в школе проблемы с друзьями. Что еще? Раби Нахман из Бреслова учил, что один из самых важных таких советов для укрепления в Торе и приближения к Богу, это так называемый дивук хаварим. Что это, когда есть группа людей, любящих друг друга и говорящих слова Торы, это укрепляет веру, эмуну. Да? Более того, Аризаль говорил, что когда хотя бы 10 человек любят друг друга совершенно, между ними не будет споров, то это приведет Машеха. Вернемся к псалму. Читают, написано для открытия врата знаний, когда хочется подняться на новый уровень постижения какого-то науки, ну, имеется в виду духовной. Написано, что в этом псалме рассказывается о важности молитвы ночью. То, что многие недооценивают, и то, что многие недопонимают, иногда молитва, которая не проходит днем, может пройти ночью, поэтому здесь это написано. Есть еще в самом старом толковании интересное об этом псалме, чтобы возродить любовь и сохранить страсть между супругами, между влюбленными. Вот такое вот читается этот псалом. Ну вот вроде все. Брахава от слаха.